Здравствуйте, мои дорогие подписчики. У меня сегодня необычное видео. Я получила эстафету от канала Тома Дома. Вот решила ответить на вопросы, что мне задаются в эстафете. Значит, первый мой вопрос. Мой любимый цвет. Мой любимый цвет красный. Я очень люблю, вообще люблю все яркие цветы, но красный — это мой любимый цвет. Второй вопрос. Мой любимый фрукт. Я фрукты все люблю. Ну, наверное, больше цитрусовые. Больше люблю цитрусовые, да, так скажем. Пусть будут это мандарины. Следующий вопрос. Какой вид искусства вы предпочитаете? Я люблю вышивать бисером. У меня очень много картин дома вышито бисером. Вообще я очень давно вышиваю. И дома, и в деревне, и у детей, и дочерей мои картины. И я дарила всех своих родственников, всех, ну, всех знакомых, можно сказать, все мои, везде мои картины. Вот. Следующий вопрос. В какой стране вы хотели провести каникулы? В России? Я патриот своей родины. Каникулы тоже в России. Я нигде не была за границей. Мы объехали всю Россию с мужем на машине. Только Россия для меня. Не потому, что там... Нет, я люблю Россию. Следующий вопрос. Хотели бы вы отправиться в путешествие? Да, хотела бы. Опять же, в свою деревню. Ну, скоро я отправлюсь. Вот уже в конце марта поедем. Мое путешествие, путешествуем часто в деревню. Ну, вот опять, больше никуда не хочу, кроме деревни. Следующий вопрос. Ваш любимый исполнитель? Из эстрадных исполнителей мой любимый исполнитель — это Малежик. Вячеслав Малежик, я очень его обожаю. Ну, а так я люблю песни со смыслом. Простите. Следующий вопрос. Ваш любимый праздник. Праздник мой любимый — это 2 августа. Ильин день. Это праздник нашей деревни. Мы всегда приезжаем туда. Мы не только мы там теперь живем в деревне летом, а все наши деревенские все туда приезжают на этот день, на праздник. Все собираемся. Сами видели, у меня есть ролик, клип «День деревни», Юрий Старцев, песня. Вот там видно, как мы празднуем. Обожаю этот праздник. Ну и Новый год, конечно. Следующий вопрос. Любите ли вы что-то менять в жизни? Ну, в каком смысле? Ну, так, конечно, люблю. Перестановки постоянно делала. Сейчас-то, конечно, не делаю. Сейчас уже возраст, да и как-то уже вот переехали в Вологду. Тут не перестанавливают. Тут как поставили, так и стоит. Потом, да, наверное, потому что живем всего тут месяцев по 5. А остальное время в деревне. А в деревне, как переехали, мы вот как ушла на пенсию, в деревне переделали все. Полностью весь дом переделали. А раньше было в Северодвинске, когда жили на севере, постоянно перестановки делала, что-то меняла, да и вообще у меня так по жизни получается, что все легко и просто. Следующий вопрос. Какой вид спорта вам нравится? Лыжи. Мы с мужем ходим на лыжах. Очень любим лыжи, ходим на лыжах. У нас лыжная база вот за домом. Тут из окна видно ее. Здесь и в Северодвинске ходили на лыжах. Вот. В этом году, правда, не пришлось нам встать на лыжи, так как переболели осенью еще коронавирусом. Нам не рекомендуют пока. Вот. Воздержимся этим годом, а на будущий год опять на лыжи встану следующей зимой. Следующий вопрос. Как справляетесь с депрессией? Депрессии я справляюсь только трудом. Работа меня выводит трудно из депрессии.
занимаюсь, все время чем-то нужно заняться, иначе очень тяжело все время думать. Это у меня живой пример. Вот 1.5 года назад умерла сестра моя, близняшки мы с ней. Очень трудно. А потом через 1.5 года еще после нее брат родной, старший. Очень тяжело было, и вот я только работала, все время что-то делала, и, ну, естественно, общение с мужем, чтобы отвлекаться, чтобы не быть там, вот. А труд не помогает, единственное, бывает, что это труд, конечно, и общение. Следующий вопрос. Какое ваше любимое блюдо? Рыба, думаю. Раньше мясо любила, и вот теперь вот рыбу. А так я все люблю. Я всеядная. Особенно ты не выделяю ничего. Люблю салаты, все люблю. И вообще люблю готовить, люблю. Ну и сами вы знаете, у меня очень много подписано я на каналы кулинарные. Очень много. Вот все смотрю, я что-то новое делаю. Вот и все. На все вопросы я ответила. Теперь буду передавать эстафету. Пока еще не решила, кому передам. Это все я укажу, все каналы укажу в ссылочке, ссылочками под видео в описании. Ну, а сейчас пока. Всем до свидания. Желаю всем хорошего настроения. С праздником. Сегодня праздник День влюбленных. Поздравляю всех с праздником. Да, желаю всем любви, счастья и здоровья. Самое главное – это здоровье. До свидания, мои дорогие.